Сегодня подписано соглашение о деловом сотрудничестве между Корпоративным университетом Ульяновской области, правительством Ульяновской области и Немецкой академией экономики и управления. В рамках соглашения будут готовить эффективных руководителей проектов. 20 управленцев из Ульяновска уже прошли международный курс обучения. Подписанный договор позволит продолжить работу в этом направлении. Мы хотим, чтобы студенты изучали проектный менеджмент не только здесь, в Ульяновске. Мы хотим достичь поставленную перед нами цель, чтобы был постоянный студенческий обмен между Россией и Германией. И по возможности, чтобы студенты из России посмотрели, как управляют проектами в Германии. В данный момент мы только начинаем нашу деятельность. Я настроен очень оптимистично и надеюсь, мы запустим дальнейшее сотрудничество. Подписанное соглашение дает исключительное право представителям инвестиционных предприятий и государственного сектора обучаться Гарцбургской модели внедрения проектного управления. Партнеры планируют обучать 100 ульяновских студентов в год. Курс продолжается 6 месяцев. У нас перед областью очень много амбициозных задач сейчас ставится, и то, что Ульяновская область находится в теснейшем взаимодействии с немецким бизнесом, с Германией, в данном случае очень практично и очень правильно, потому что именно логика, которая была показана в Германии, именно она применима при реализации проектов здесь. Также с помощью соглашения региональное правительство планирует улучшить условия для развития человеческого потенциала Ульяновской области. Данная образовательная программа позволит развиваться системе проектного управления Ульяновской области в целом. Екатерина Нефельд, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.